Здравствуйте, друзья! Сегодня 10 сентября 2023 года. Перед нами сорт винограда Ливадийский черный. На сегодняшний день у него 19 брикс сахар. Еще кисловатый, конечно. Смотрите, какая одна гроздочка. Гигант. В этом году оставили по 2 грозди. Это будет эксперимент. В прошлом году оставляли по 1 грозди. Ну, в принципе, пока радует глаз. Сейчас будем перемещаться по кусту. Вот такие вот красавчики. Вот. Этот виноград каждый год радует нас урожаем своим. Обалденное вино получается. Одно из лучших. Хорошо вызревают побеги, если вы заметили. Они уже почти вызрели. Побеги. Лист чистый, листовой аппарат, видите? То есть поражается слабо. Даже если я макушки покажу, чуть-чуть, видите, вот тут есть, на молодых побегах, вот. Прибило мельдью. Занимает полтора пролета практически, вот так влазит аж сюда, видите, вот. Ливадийский черный. Эх. Такое вино специфическое получается. Как черносливом отдает. Даже я не знаю, как его охарактеризовать точно. Такой красавчик. Ливадийский черный.